Для Приуралья одной из главных экологических проблем остаются выбросы вредных веществ в окружающую среду. Особенно грешат компании, разрабатывающие карачаганакское месторождение. Только с начала этого года их оштрафовали на 2 миллиарда тенге. Еще один бич – твердобытовые отходы. Ежедневно из города вывозится до 2000 тонн мусора. Полигон заполнен, а в области нет предприятия-переработчика ТБО. Прививать бережное отношение к природе надо с детства, считают организаторы акции в поддержку защиты окружающей среды. Была организована уборка прибрежных зон, а также прошел фестиваль «Планета цветов», на котором школьники представили свои поделки из бумаги, целлофановых пакетов, пластика и дерева. Например, на эти платья, ободок и браслет у ребятишек из Таскалинского района ушло 1,5 месяца и почти 600 одноразовых ложек и вилок. Чтобы, как говорится, наш мир был чище, экологически чище, вот эти вот ложки, они одноразовые, бросовый материал. И мы, в общем, хотим, чтобы наша планета, как говорится, очищалась. И это же использовалось на такие вот поделки. Мы должны больше сажать хвойные деревья. К этому мы буквально в этом году весной из Бузулукского района Оренбургской области завезли в наши питомники более 35 тысяч саженцев сосен. И это буквально через 2-3 года они пойдут уже на рассадку в целом по области.